Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня хотел бы осветить очень важную проблему, потому что из-за этой проблемы каждого из вас могут забанить, ну а точнее, вы просто не сможете играть в ММ, потому что у вас будет очень много ММР. Что же это, как это, с чем его едят? Прямо сейчас ребятам все расскажу, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Ну а чтобы получить данный замечательный M9 Bayonet NCE, тебе надо первое поставить лайк и подписаться на канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий плюс твой ID. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. В этом видео не просто зайду на аккаунт и прокачаю его и так далее. В этом видео хотел бы осветить проблему, которая реально есть и в которой может оказаться каждый из нас. Одно дело я блогер, меня-то разбанят, а что будет с вами? Что будет с вами, если вы зайдете в катку с читером и вам дадут 140 тысяч МР? Да ничего не будет, никто вам не поможет. Я очень сильно надеюсь, что разработчики обратят внимание на это видео, потому что, ребята, есть такие люди, которые, ну, по воле-неволе попадаются в катки с читером. Например, вот мой подписчик Холс, обратите внимание на его количество МР. Ребята, это не читер, это не софтер, это обычный парень. Мой подписчик, он меня смотрел, он меня любил. Он играет на стареньком iPhone 6s. А теперь что? А теперь, и знаете что? Ему дали 4 миллиона МР за то, что он просто в катке попался вместе с читером. Он не виноват, он ни при чем. Он просто играл стендов, ничего плохого не делал. И знаете что? Всем посрать. Всем просто все равно эту проблему, то, что парень забанен в ММе, он не может играть в ММ. Просто, ребят, посмотрите на эту катку. Я даже не могу понять, кто в итоге тут-то читер. Небольшая поправочка, некоторые не понимают, типа, так 4 миллиона МР это же хорошо. Нет, не хорошо, потому что он себе не может найти противников для игры в ММе. Для него ММ просто-напросто забанен навсегда. И я хочу осветить эту проблему, дабы разработчики начали что-то делать, как либо помогать, или фиксить щит, или вот этих вот ребят просто спасать, потому что у них просто-напросто аккаунты пропадают. Ну а сейчас вы, наверное, спросите, Кента ПК, почему же он не кикнул читера? Так вот, я у него спросил то же самое прямо сейчас, включая его голосовое. Там все было в ММ. На самом деле читера не было в ММ. Или я его не видел просто. У нас, короче, начался первый раунд. Был счет 1-0. Мы проигрывали 1-0. Дальше второй раунд. У нас уже был счет минус 2 и минус 3. У нас дальше счет был. И потом мы играли. Было раундов 15-20 раундов было. Потом этот... Уже КТ, там их оставалось сколько? 3 человека, они все были с одного клана. Они уже сказали, нам уже надоело, и они типа сдались. И потом у нас вылетает игра, у всех вылетает четверых. У нас вылетает игра, мы заходим заново, смотрим, и у нас у каждого по 4 миллиона ММР. То есть, ребятки, как я понял, суть такова, что кто-то из игроков, до сих пор непонятно кто, надо проверять каждого игрока по отдельности, забаговал ММ. В итоге команда противника просто сдалась, потому что ММ был бесконечным. И в итоге та команда, которая победила, она получила по 4 миллиона ММР и, по сути, получила бан в ММе. Надеюсь, теперь всем все стало понятно. Для тех, кому интересно, я его даже попросил снять видео, как вообще все это происходит. То, ребят, можете это внимательно посмотреть. Вот он зашел в стендов, у него 4 миллиона ММР, и он просто-напросто не может найти себе катку в ММе. Вот, посмотрите, он уже 3 минуты ищет. Это просто что-то нереальное. Я не понимаю, почему никто с этим ничего не делает. А представьте, если бы именно вы попались в этой катке в ММе, и представьте, если бы именно вам дало 4 миллиона ММР, и вы бы больше никогда не смогли играть матчмейкинг. Ну а теперь давайте проверим всех его друзей, всех его тиммейтов, которые играли вместе с ним. То есть нажимаем на чемпи, и как мы видим, у парня тоже очень много разных поражений. То есть этот парень тоже не читер. Смотрим дальше. Ассасин Кинг. Он тоже с ними был в тиме, и у него тоже есть поражение, есть победа. То есть это тоже самый обычный, самый типичный игрок, который ни в чем не виноват. Дальше смотрим на Нубасика 3-6, который покинул игру в самом первом раунде. И как мы видим, то, что ему очень сильно повезло, потому что ему за третье число, ему сняли всего лишь минус 52 ММР. Вот я скажу так, я смотрю на абсолютно всю его команду, и в принципе вся команда не читеры. Даже на этого Асиука, который был с ними не в тиме. Посмотрите на его историю матча. Это самый обычный игрок, самая обычная стата. А вот теперь давайте смотреть на команду противников. Кто же из них читер? Как вы думаете? Я лично без понятия. Вот я смотрю, команда противников за третье число, получается, они все получили минус 1415 ММР. Да, это очень много ММР они потеряли. Я до сих пор не понимаю, а кто читер? Может, это китаец? А вот и читер, скорее всего. Да, у парня просто 30 часов, ему нечего терять, и, скорее всего, он читер. Только я не понимаю, как такое возможно? Значит, его команда получила минус 1400 ММР, а он получил плюс 145 тысяч ММР. Честно говоря, мне ничего не понятно, но, скорее всего, этот китаец с новым ID, ему нечего терять, и, скорее всего, он решил просто всех подставить. Теперь посмотрим на Луму. Так, кто это?
тут парень тоже получил, сколько получил, 145 тысяч МР, и у него тоже новый аккаунт. Возможно, это читер. Я не знаю, ребят, я без понятия, мне реально тяжело понять, кто из них читер. Просто как вы думаете, напишите ваше предположение. А вот, вот этот парень получил 3 июня минус 1000 МР. Скорее всего, читер или Лума, или этот китаец, одно из двух. Ребята, я думаю, вы знаете мою рубрику, суть рубрики такова, что я захожу на чей-то аккаунт, делаю его краткие обзоры и плюс сделаю небольшую прокачку. А тут такая проблема, то что парень авторизовался с Мотофи через iPhone, там через какую-то свою, через гейм-центр, кажись, да? И я, получается, никак не могу зайти на этот аккаунт, чтобы его прокачать. Но если вы, ребята, наберете реально много лайков под этим видео, я вам даю гарантию, то что я вам подарю свой аккаунт, и он просто будет в шоке, потому что там очень крутые скины. Мне очень жаль этого парня, потому что, ребят, просто вдумайтесь, у него дешевый инвентарь. Он никогда не сможет играть в ММ. И помимо всего этого, у него старенький iPhone 6s. Я просто в шоке, мне очень жаль этого парня. И я думаю, вы понимаете, то, что даже если я дам свой аккаунт, я помогу всего лишь одному человеку. А таких людей десятки. Очень много людей, которые просто пались против читера, даже если это пофиксили. Даже если сейчас таких читеров нету. Но есть очень много людей, которые играли раньше против таких читеров, и которых просто 4 миллиона МР. Разработчики, я очень сильно надеюсь, что вы что-либо примете, что-либо сделаете. И как-либо сможете помочь всем этим людям, которые пострадали от этого читера. А точнее, от этих читеров. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, это все. Я очень сильно надеюсь, что разработчики примут какие-либо меры. Но вы, мои зрители, пожалуйста, разошлите это видео всем вашим друзьям, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Также, если вам нужен дизайн, то в описании есть ссылочка на самый лучший дизайн по самым дешевым ценам. Если скажете, что от Кента, получаете 10% скидку. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.